маленькое видео. Катаемся. Сейчас проедем дальше, там будет еще с дельфином. По-моему, там дельфин был, да. Но вот это просто очень мило, мне кажется. Вот такая вот набережная. Ну, точнее, марина. Здесь когда-то был пляж. А, с красивейшим видом на Пирей. Но сейчас как-то так. Продолжаем разглядывать граффити в Афинской, ой, в Колесейской марине. Вот они какие. Тут осьминог так вообще чудо чудное. Но он загорожен каким-то там противопожарным там чем-то и машинами. Здесь так тихо. И море. А сейчас мы находимся возле музея Аверов. Но это не действующий корабль. То есть он уже плотно здесь приколочен, можно сказать, к дну. Никуда не денется. Это корабль, который сделали музеем. Корабль, который подарил Греции Аверов. Я не помню настоящую его фамилию, но его настоящая фамилия не Аверов, а Аверов — это такой псевдоним. Это был грек из Египта, судовладелец. Вот, и никакого отношения он к России вообще не имел. Просто мода была такая. Прикольные, звучные все фамилии. Ой, никнеймы придумывать. Вот. Ну, а дальше мы поедем на Флизву. Дальше мы поедем в Марину Флизву. Сейчас только подожду. Николь. Афинский пляж, городской пляж. Каламаки, он, по-моему, называется. Вроде. Между Мариной Алимус и Мариной Флизву. Вот он какой. Марина Алимус. Старая подборка, вот такая подборка артефактов. У меня есть просто такая как бы тетрадочка, где я храню, когда-то хранила старые квиточки от музеев. У меня даже была какая-то коллекция стыльных самолетов пакетиков с солью. А вот, вот они все. Некоторые компании уже закрылись давным-давно. Эджиен, Белавия. Так. Люфтганза.
соль. Что это было? Кофе. Кофе от Белавии. Какого-то вообще. Это может быть даже какой-нибудь там 2005 год. Вполне себе. Да. Мы находимся в Лаго Ниси. Где живет двоюродный брат моего мужа. Ну, точнее, это дача, но они вот решили с девушкой переселиться. Ну, сам дом он там наверху. А здесь так. Хозяйственные пристройки. Та-дам! Эрика, Эрика, покажи собачку. Пупатая. Привет! Давно мы не вели влоги, да? Вот. Хочу похвастаться своим макраме. Вот такой вот макраме. Я его специально вот так вот поставила на кровать. Девочка у меня заказала 1.5 метра. Это палка 1.5 метра. Ну, я ее обрежу, в результате получится 1.25 м. Как раз. И вот что самое интересное, вот такое макраме. Это очень популярные, видимо, такие формы, которые копируют. Потом копируют тех, кто копирует. И в результате я нахожу одно и то же макраме, абсолютно разные цифры, абсолютно разный прайс. Но надо сказать, что один только материал на этом макраме, это 22 евро. Вот именно такой вот ярн, да, и как ярн переводится? В общем, корд или ярн, в общем, вы поняли. Так, и палка сама в Леруа 2 метра 40 сантиметров, 2 метра 20, она стоит 7 евро. Ну, соответственно, этот распил приблизительно стоит 5 евро. То есть 22 плюс 5, только один материал. Вот такой вот макраме. Но у меня уже 3 заказа на именно такое. Единственное, что сейчас мы поедем с вами в Пирей. Я хочу посмотреть, что у них в магазине есть, потому что я брала не оттуда, а я заказывала. Потому что мне показался Yarn Art слишком дорогой, но вот оказывается... Нифига, но этот материал очень удобный, он очень такой макрамешный. Мне кажется, самый-самый из такой расходный материал для макраме вообще в мире. Именно вот этот цвет, вот эта фактура. В общем, мы с вами поедем, потому что я хочу еще посмотреть, есть ли у них вот такой вот шнур. Это макраме, который я не делала сама, который я когда-то заказала, и после которого влюбилась вообще в макраме. Вот, это такой бельевой шнур, который растягивается. То есть, по идее, этот материал очень дешевый. И эта макромешка мне когда-то обошлась 50 евро. Мне муж говорит, повтори, это очень классно. То есть, тебя такое купят точно. И что самое интересное, вот в макроме-бизнесе, не делайте то, что вам интересно, красиво. А наткнитесь на то, что нравится массово людям. И тогда у вас будут заказы просто нон-стоп. А почему они нравятся людям? Вот непонятно. Вот это может быть не совсем то, что вам нравится. Всегда это... Всегда сюрприз. Записывает. Всем привет, вы на канале Элька. И сегодня
мы вместе с моей кошечкой и моим котом будем распаковывать игрушку новую. Скажи всем привет, скажи всем привет. Привет, я мистер Крокус. Я еще хочу украсть и царапать. И я очень сладенькая кошечка. Ну ничего, у нас тут и лангус, ну еще. Буду его показывать на камеру. Так, смотрите. Так, вы на канале Плэйтэ Викат опять. Ну и сегодня мы будем открывать эту штучку. Ну да, я немножко открыла, но ничего. Так, откроем ее полностью. Так, ну что, смотрите, первый пакетик. Посмотрим. О, тут намного, много всего тут можно найти. Ну не знаю, как... Мачи, думаю, она очень маленькая, смотрите. Очень маленькая. Не попадает совсем в кадр, ну ничего. Ну вот как это такая я. Фокус. А что другое? О, и книжка, которая говорит все про нее. Давайте откроем полностью. Знаешь, что мне попал? Мне попала собачка. Это брелок для ключика. Ага, и вот это. Это мини-брелок. Ты посмотри, какой он миниатюрный. Да, и этот. Боже. И это, смотри, смотри, смотри. Такой брелок. Фокус, фокус. Фокус? Фокус. Надо вот так вот сделать. Фокус, вот, фокусируется, видишь? И мое, давай. Какой брелок. Да, очень милый. Класс. Классные брелки. И вообще. Еще у нас много, еще колечки. И такая вот коллекция брелков. А еще колечки. Да, которые ты никогда не носишь, но коллекционируешь. Ну ничего. Покажи вот на камеру. Игрушка. Покажи так, на камеру. Вот такое вот тут все. Вот как много всего. Да, поздравляю. И с этой стороны, и с этой стороны. Смотрите, все эти. Давай, фокус. Ну кто у нас? У нас, походу. Давайте сейчас. Колечко, это же колечко, самое настоящее колечко, которое я никогда не ношу, но коллекционирую. Так, коробки. Она хотела мне съесть всю коробку. А в это время мы будем что-то другое распаковывать. Ну ничего, ничего. Не отписываем ничего. Давайте посмотрим на это чудо, Юда. Оно же просто прелесть. Смотрите. Вот видишь, открывается. Смотри, какой. На порно. Порно. Карно. То хери. Ну. Кот, это вообще не учит. Это очень сложно сделать, вы понимаете? Она еще и такое держит. О, Господи. Она еще и это держит, мам. Угу. Она еще и такую... Мам! Да. Смотри, она еще и такую штучку. Смотри. Да. Ленту. Готово. Пора паковать. В субботу заберут. 125 сантиметров. 1 м 25 см. Упаковка. Пакеджинг такого макраме, конечно, достаточно серьезная процедура. И в результате вот такая вот посылочка получается. Мы находимся в детском книга-кафе. Бук-кафе. Здесь писательницы, писатели, не знаю, презентуют свои книги для детей. Ну и просто можно прийти, взять любую книгу, почитать, попить кофе. Такой здесь внутренний дворик. Внутри очень уютно.
И это в Колизее. Это для малышей. Иди сюда. Здесь есть всякие... Здесь и для взрослых есть. А для детей. Иди сюда. О, смотри, какие интересные книги. Смотри, про мышонка. Посмотришь? Такую. Нет? Не хочешь про мышонка? О, смотри. Про джунгли. Давай возьмем. Это про этого. Возьми, пожалуйста. Мам, мы не читаем сейчас это. Вот, видишь, это третья книга из этой серии. Мы это не читаем. Да. Сделаем то, что мы читаем. Вот это читали. Вот это мы читали. Я а знаю. Вот это мы не читаем сейчас. Класс. Вот это мы сейчас не читаем. Ладно, тогда оставим и будем иметь в виду, что можно такую купить еще. Короче, Эрике здесь не понравилось. Скажешь, что не понравилось? Щепок. Интересная Колизейская улица. Вот из чего, что сделали с, интересно, с велосипедом. Такая вот улочка. Ну это вообще шедевр. Вау. Колизейские коты. Красавцы. Ой, там вообще Мейн-кун сидит какой-то. Браво! Пес, браво! Ты милая? Милая? Я? Я? Канис? Ты канис? Кала? Ола кала? Охи? Я фокус на меня. Мы с вами в парке Эллинико. Среда после школы. Ладно, иду туда и жду. До конца? До конца? Как у вас дела? У нас тут плюс 30 в эти дни. Но я так слышала, что и в Польше 28, в Беларуси плюс 30. Такой вот феномен. 3 апреля. Сори. Не хочешь? Сейчас. Нет, я не буду. Дай мне мой... That's how money is supposed to look like. Yeah.